Космонавта Сергея Прокопьева, как и положено, встречали аплодисментами. В Сочи он приехал на реабилитацию. Соглашение об этом было подписано между руководством Министерства курортов Краснодарского края и научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в ноябре прошлого года на международном туристском форуме в Сочи. Сергей Прокопьев не первый, кто восстанавливает здоровье на курорте после полета в космос. Я не первый открыватель в Сочи. Здесь был до меня Александр Мисуркин, он и посоветовал, с одной стороны, обратить особое внимание на ваш край, на то, что здесь соблюдены все условия, которые позволяют космонавтам, возвращаясь из космоса, реабилитировать свой организм. Поэтому я считаю, что ваш прекрасный город, в который невозможно не влюбиться, очень к этому подготовлен. Все условия, как медицинские, так и климатические, все созданы. Помимо реабилитации у космонавтов теперь есть еще одна традиция в Сочи. Она была возрождена в прошлом году космонавтами Павлом Власовым и Юрием Маленченко. Сегодня на аллее космонавтов в парке Ривьера около 60 именных магнолий. Дерево, посаженное основателем аллеи Юрием Гагариным, не сохранилось. А после есть посадки, датируемые 2005 и 2016 годами. С сегодняшнего дня в парке Ривьера растет и магнолия Сергея Прокопьева. Вторая родина – это Мичуринск. Там Мичурин делал такие вещи, что порой на березах яблоки иногда вырастали. Может, что-нибудь потом придумаем, привьем. Высаживать деревья для космонавтов – привычное дело. По традиции они это делают перед каждым полетом в космос в парке на Байконуре. Для меня это большая честь посадить деревья рядом с такими великими людьми, как Гагарин, Стаффорд, Леонов и многие-многие другие, которых знаешь из истории, из книг. И оказаться рядом с ними в одном ряду для меня это очень огромная честь и ответственность. После посадки нового зеленого памятника природы Сергей Прокопьев по еще одной традиции оставил пожелание и автограф в памятной книге парка Ривьера, а после посетил музей истории города, где среди большого количества залов с экспонатами есть и зал космонавтики, в котором помимо фотографий настоящей космической капсулы и других экспонатов хранится автограф Юрия Гагарина. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.